Мугалжарская породе лошадей 25 лет. Отметить четвертьвековой юбилей решили проведением республиканского форума. В Актобе съехались известные селекционеры, ученые, биологи, а также коневоды. В завершении мероприятия прошла выставка племенных парнокопытных. Мугалжарская порода лошадей известна всему миру. В первую очередь своей экологичностью, ведь для создания нового племени парнокопытных селекционер Серикбай Рзабаев с группой ученых использовали уникальную методику внутрипородного скрещивания. Даже содержание таких лошадей соответствует зеленым стандартам. Выращивают их на пастбищах, а получить мясо от одной особи можно в таком же объеме, как и при заводском уходе. Мугалжарская порода – это первая отечественная порода, которая выведена после получения независимости Казахстана. И она выведена, то есть в продуктивном направлении единственная порода, которая выведена внутрипородной селекцией. То есть такого мировой практики и в практике Советского Союза не было. Впервые наши ученые, да, первоначально было руководство Союза, а потом наши ученые сами самостоятельно эту породу довели до конца и вывели вот своеобразным методом, который сегодня уже практикуется в других странах. Ну, в коневодстве единственная порода, которая выведена путем внутрипородной селекции. Это уникальная порода, до которой пока никто не повторил. К слову, высокая производительность мугалжарской породы лошадей соответствует качеству мяса и молока. Это доказали ученые. Лошади потребляют каждую восьмой вид растительности. Это в основном полынные. Полынные, они очень полезны для организма. И отсюда вырабатываются полиненасыщенные жирные кислоты, арахидоновая, линолевая, линоленовая, имеющие свободные валентности. Свободные – это арахидоновая, 3-4 свободных валентности. Арахидоновая, линолевая, линоленовая – 2-3. То есть они, попадая в организм, связывают шлаки и выводят из организма. То есть омолаживают организм. В ходе выставки лошадей мугалжарской породы был проведен научный эксперимент. Чтобы проверить чистокровность разведения племени, за прошедшие 25 лет сравнили показатели первой селекции с современным поголовьем. В результате определено, что порода сохранена в первозданном виде. Отметим, что в Казахстане численность мугалжарской породы составляет более 3,5 миллионов голов. План на ближайшую четверть века – увеличить поголовье на 10 миллионов. Инкара Карашаева, Самат Каликенов, телеканал Актобе.